Вы смотрите «Вести» Тюменского госуниверситета. Здравствуйте. Студенты и выпускники ТюмГУ стали лауреатами первой молодежной лидерской премии. Награду за реализацию общественно значимых молодежных проектов победителям вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В номинации «За развитие молодежных инициатив в малых городах и сельских территориях» отличилась Лилия Вагина. Почти 4 года назад в городе Ишиме по моей инициативе было открыто арт-пространство, мы называем это антикафе Suntime, то есть солнечное время, где молодежь может реализовывать свои идеи, задумки, проявлять какие-то инициативы, реализовывать проекты, ну и непосредственно участвовать в мероприятиях, которые предлагаем мы сами. То есть это и психологические различные игры, мастер-классы, различные там арт-площадки, там психологические турниры по играм, там в мафию, настольным каким-то играм. И, соответственно, это ну, просто площадка, где любой человек, желающий, может прийти, сказать, что он хочет сделать, и непосредственно это при нашей помощи организовать. Продолжаем выпуск. Успешно завершилось обучение слушателей первого набора политехнической школы. Дипломы об окончании получили 20 выпускников. Их профессиональное будущее уже предопределено, ведь обучение было максимально приближено к реальному производству, а перечень дисциплин сформирован под конкретных заказчиков. Тему продолжит Георгий Елаев. Первые выпускники политехнической школы успешно освоили программу «Интеллектуальное месторождение». Они приобрели компетенции, необходимые для решения задач по управлению и оптимизации при разработке нефтяных и газовых месторождений на основе современных практик. Мне удалось пообщаться в кулуарах с представителями экзаменационной комиссии, итоговой аттестационной комиссии. Все защитились успешно и показали очень достойный уровень знаний. Я хочу, чтобы вы обязательно осознавали, понимали, что вы первый выпуск политехнической школы, а это для нас новое знаковое структурное подразделение. Всего было представлено 5 коллективных проектов, которые прошли апробацию на реальном производстве – в Восточно-Мясоярском, Урьевском и Малореченском месторождениях. Например, интерес вызвал проект по оптимизации технологий разработки нефтегазовых оторочек. Здесь молодые ученые предложили инновационную технологию, которая сочетает преимущества вытеснения нефти газом высокого давления с сайклинг-процессом. Это позволяет эффективно разрабатывать тонкие нефтяные оторочки без затрат на организацию барьерного заводнения. Все проекты получили высокие оценки и были рекомендованы к внедрению. В тот же день первые выпускники политехнической школы получили дипломы о дополнительной профессиональной подготовке. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков поблагодарил работодателей за поддержку областного межвузовского проекта и пригласил продолжить совместную работу над новым проектом – магистерской программой «Концептуальный инжиниринг». Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. В развитии проекта «Политехническая школа» в этом году ТюмГУ ведет набор на новую магистерскую программу «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа». Она реализуется совместно с компанией «Газпромнефть». Программа основана с применением международной концепции «Conceive, Design, Implement, Operate», что означает, нужно понять проблему, предложить ее решение, внедрить его и быть готовым к применению. И сам этот подход он направлен на то, чтобы сократить зазор между теоретической частью и практическими навыками. Поступить на уникальную магистерскую программу и учиться в ВУЗе участники проекта 5.100 уже изъявили желание 120 человек. По результатам вступительных испытаний на бюджет пройдут только 30 претендентов. В следующем выпуске ждите развития темы. Продолжаем подводить итоги научной, образовательной и студенческой жизни в блоке новостей короткой строкой. В Тюменском госуниверситете успешно завершился второй этап зачисления абитуриентов. Полноправными студентами очного отделения вуза по программам бакалавриата и специалитета стали 2739 человек. Из них 1305 будут обучаться за счет бюджетных средств. Отметим, что итоговый средний балл поступивших в ТюмГУ на бюджет составил 72,24. Это лучший результат вуза за все годы существования системы ЕГЭ. Сайт 72.ru подвел итоги народного рейтинга вузов Тюмени. За Тюменский госуниверситет проголосовало наибольшее число пользователей – 235 человек. Выше всего оценили образование – 75% респондентов поставили положительные оценки. Славится вуз и своей столовой. Качество питания одобрили 72% пользователей. Положительно оценивают студенты обеспеченность общежитием и качество внеучебной работы – по 67% голосов.
Чуть меньше довольны выпускники организации практики и возможностью трудоустроиться – 58% и 60% соответственно. В Тобольске открыли первый в России памятник журналистам, погибшим в горячих точках при выполнении профессионального долга. Образ Тобаляка Александра Ефремова, погибшего в Грозном 2000-м, стал собирательным. Новый монумент, созданный известным скульптором Николаем Распоповым и его учениками, послужит патриотическому воспитанию молодежи. А в Тюменском государственном университете на примере Александра Ефремова учат будущих журналистов, рассказал преподаватель кафедры журналистики и ФИШ ТЮМГУ Владимир Лысов. Студенты ТЮМГУ впервые прошли практику в уникальных для исследователей условиях в государственном заповеднике «Малая Сосьва». Ребята, в частности, собирали ихтиологический материал, определяли численность и видовой состав мелких мышевидных млекопитающих на кордоне «Белая гора». Директор заповедника Борис Предит выразил благодарность студентам за серьезное отношение к работе, а руководству университета – за качественную подготовку будущих специалистов. Студенты ТЮМГУ встретились с легендарным диктором Тюменского областного радио и телевидения Любовью Карпенко. Молодые журналисты не переставали задавать вопросы о том, как работать в прямом эфире, развивать речевой аппарат и завоевать расположение зрителей. Любовь Карпенко посоветовала ребятам чаще улыбаться, быть позитивными при работе в радиостудии и в кадре. Также диктор отметила, что хорошему журналисту важно быть понятным и интересным. И еще один сюжет в конце этого выпуска. Для того, чтобы свободно, в неформальной обстановке поговорить на английском языке, совсем не обязательно лететь за тысячи километров. Как стать участником нового проекта в ТЮМГУ Five O'Clock Tea Club, расскажет Олег Урлапов. Англичане, как известно, любят чай. Они даже придумали всевозможные чайные церемонии, главным наполнением которых является не напиток, а беседа. У нас в России считается, что если собеседников больше трех, то это уже клуб. Например, клуб любителей чая и английского языка. В первую очередь мы своей целью ставим не изучение языка, а создание коммуникативной площадки, такой особой атмосферы, где люди могут встретиться, пообщаться, выпить чаю. Отсюда наше название Five O'Clock Tea Club. Я думаю, что у нас встреч было не так много, но у нас все получилось. Минувшей весной в Тюменском госуниверситете появились люди, которые по пятницам к 5 спешат в ресторан на Царской. Как выяснилось, там их ждет живое общение на английском в формате «No Ties». А это хороший способ подтянуть свой иностранный. Люди сейчас в современном мире имеют множество возможностей для изучения иностранных языков. Они могут скачивать различные приложения, читать новости на английском языке, смотреть фильмы с субтитрами. То есть возможностей на самом деле очень много. Единственное, чего не хватает, это реального общения и погружения в англоязычную коммуникативную среду. А для этого не обязательно ехать куда-то за рубеж. Мы создаем коммуникативную среду здесь, в Тюмени, на базе Тюменского государственного университета и предлагаем всем желающим посещать наши неформальные встречи. Отличным бонусом для членов клуба является просмотр и обсуждение фильмов на английском языке и, конечно же, непременный атрибут – традиционный английский Five O'Clock Tea. Здесь очень интересно, здесь весело. Здесь, собственно говоря, мы немножко повышаем свой уровень владения английским языком. Вообще очень приятное общение, вкусный очень чай. Вот, значит, это самое очень приятная, хорошая компания. Мне очень понравился формат именно. Понравилось в основном то, что подробно разбирают некоторые тематики. И самое главное, что я получил, это очень большую мотивацию на изучение языка. Вообще-то я должен был сделать этот репортаж на английском языке, поскольку сам являюсь участником Five O'Clock Tea Club. Но поскольку пропустил много занятий, меня оставили на второй год, чему я, кстати, тоже очень рад. Олег Урлапов, Николай Саудаев, Евразион ТВ. И это все, что мы успели вам рассказать в этом выпуске. Следите за новостями на официальном сайте Тюменского госуниверситета и в социальных сетях. А на сегодня это все. До встречи через неделю.